находимся во дворце детского и юношеского творчества Фрунзенского района. Сегодня второй день открытых дверей для наших юных посетителей. Итак, перед нами две девочки, которые сегодня записались в коллективы. Девочки, скажите, пожалуйста, какие коллективы вы записались? Мы записались на рисование, на музыку. А на музыку вы будете играть на музыкальных инструментах или, может быть, петь? Как тебя зовут? Даня. Даня. Скажи, пожалуйста, Даня, ты первый раз в нашем дворце или ты здесь уже занимался? Уже занимался. Чем ты занимался? Английским и акробатикой. Отлично. Скажи, пожалуйста, какие у тебя творческие планы на этот год? Буду ходить на английский язык. Английский язык. А скажи, пожалуйста, английский ты в каких целях изучаешь? Чтобы потом, если я поеду в командировку, разговаривать на этом языке, да. Пока не освою тот, который в той стране. В командировку, а скажи, пожалуйста, ты уже знаешь, где ты будешь работать? Нет. Может быть, у тебя есть какие-то фантазии на этот счет? Ну, каким-нибудь архитектором. Как тебя зовут? Мальчик. Сана. Игорь. Тимофей. И Тимофей. Здорово. Скажите, пожалуйста, друзья, вы первый год в нашем дворце или вы уже занимались? Я занимался. Я уже второй год здесь. И я первый раз. Ага, отлично. Ты первый раз, а вы уже занимались. Мальчики, а чем вы занимались здесь у нас? Я занимался кораблестроением. Ой, как здорово. Да. А вы дошкольники, да? Ну, дошкольники. Отлично. А ты у нас, наверное, записался уже в какой-то... Нет, я сейчас когда мама пойдет, я буду записываться. Понятно. А ты уже выбрал какое-то направление? Что тебе интересно? Мне понравилось. Конструировать самолет, да, увидел, я буду... Где животные? А, в клубе Юнар. А у тебя есть какое-то любимое животное? Мое любимое животное – коты, собаки, сурикаты. Сурикаты у нас есть. Привет, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Меня зовут Кондратьева Екатерина. Катя, сколько тебе лет? Мне 12. 12. Отлично. А ты уже занималась в нашем дворце или это первый год? Нет, я уже занималась. В каком коллективе? Я занималась в полуночной игрушке, где я занимала юных юнатов и рисование. А в этом году какие у тебя планы? Я в этом году буду ходить на проволочную игрушку. На проволочную игрушку. У тебя есть какие-то проекты или вот ты что-то хочешь, какую-то конкретную игрушку сделать? Ну, у меня в прошлом году был проект, я делала работу про музыканта. Ой, здорово. Это какая-то музыкальная группа? Ну, это как просто как животные, играющие на разных инструментах. Что это за животные? Ну, там был верблюд, играющий на саксофоне, волк, который играл на барабанах, и свинья, которая играла на барабанах. Очень оригинально. А как тебя зовут? Антон Джаких Андреевич. Антон? Джаких Никита. Это мне достаточно. Отлично. Здорово. Антон и Никита, скажите, пожалуйста, вы уже занимались у нас или это первый год? Первый раз, да. Еще ни разу, только записались. Отлично. Куда же вы записались? Мы записались на основу программирования. Я хотела, чтобы мы это одновременно сказали. Ну давайте одновременно. 3, 4. Мы записались, да. Основу программирования. Круто. Отлично, друзья. А почему же вам интересно это направление? Потому что мы сначала хотим запрограммировать, научиться программировать, чтобы потом создавать свои собственные игры. Мне нечего добавить. Кроме того, как я хочу настоящим программистом быть и все. Привет, как тебя зовут? Никита. Никита, скажи, пожалуйста, ты первый раз в нашем дворце или ты уже занимался? Уже занимался. А в каком коллективе ты занимаешься? Я занимался на вальных танцах, пении и английском языке и робототехнике. Здорово, так много, ты не устаешь? Ну, не в одно время. А в этом году какие у тебя планы? На юнатов пойти. Ой, дополнительно, плюс ко всему, что было, или ты... Нет, поменялось что-то. Мы тебе желаем успехов в этом учебном году и уверена, что все у тебя получится. Спасибо.